Всем привет, господа, программа «СМАК» опять в эфире. Меня зовут Андрей Макаревич. А в гостях у меня, как у меня много, между прочим, хороших товарищей из области искусства, а в основном мастеров актерского цеха. Сегодня это Георгий Мартиросян. И вот появился лишний повод повидаться. Да. Потому что меня преследует ощущение, что раньше мы все виделись чаще. Я тебе скажу, потому что и выпивали чаще. Прости, ради бога, что я начал эту тему. Зачем ты сразу правду-то? Вот так, глаза. Ну, это правда. Наколет глаза-то, в общем. Нет, ты знаешь, я выпиваю еще иногда. А как-то вот с ребятами реже уже. Реже, да. Давай веселым. Что у тебя там варится? Ты знаешь что? Там судак. Судак? Да. Я сегодня, так как ты позвал, я хочу тебе рассказать вот об этой штучке. Рыбья. Чорба. Чорба. Да. Значит, это началось это все с того, что у меня есть друзья, которые живут в Финляндии. Так. Вот. Вот это казан. Ну, да. И, да, значит, все это делается в казане. Видишь, болгарский перец, рыба, да. Перец, в общем, да. Красная уха такая. Да, да, да. Но она не уха. Чорба – это не уха, это совершенно не уха. Чорба – это суп. Да, у них это называется суп. И вот Серега всегда меня, вот, знаете, я говорил, Сереженька, скажи, как это вкусно, вот почему? Он говорит, это очень просто. Рыба, значит, мы всегда покупали такую рыбу, рыба-черт, ты как зная эту сам. Она очень наваристая и жирная. Да, да. Судачок, я тебе скажу, попаснее. Попаснее, да. Ну, я сказал, я говорю, если мы черта не найдем в городе Москва, ну, да, что делать? Он говорит, берите судака. Отлично. Вот. И вот эта штука, которая в конце просто делается как общая заправка такая. Рыбья чорба. Да. Ладно. Да. А так все классически. Перец, лук, все это мелко. Морковку нет. Морковку нет, он никогда не клал. Картошку нет. Нет. Ага. Тебе идет ремонт? Нет, ребята, это на 6-м этаже нашего подвала. Ага. Кто-то кому-то зубы сверлит. По-моему, стоматолог вселился. И видно большие. Видимо, большие. Большие, да, зубы. Вот. С этим ничего не сделать. Будем принимать это как данность. Да. Я готов что-нибудь порезать. Ну, это прикольно, между прочим. Вот. И ножи есть? Да. Были у меня программы в сопровождении музыкантов. Ух, хороший нож. А вот в сопровождении дрели не было еще ни одной. Перец как, мелко резать? Ну, квадратиками, да. Ага. Да. Все квадратиками. И я вспоминаю, когда мы были... Вы пригласили меня в 2001 году. Я был у тебя... Он мне сейчас показывал, да, кадры из этой передачи. Да. Я там не оперившийся юнец. Ну ладно. А ты выглядишь точно так же, как сейчас. Сколько у него зубов? У этого парня. Чорба. Чорба. Да. Ты знаешь, вот она вся, весь славянский мир. То есть вот это привезли из Сербии. Но она есть в Хорватии, она есть в Черногории. Угу. Да, то есть все вот эти заправки, они... А у нас она продается, интересно? У нас нет, не продается. Нет, да? Я попросил, чтобы мне привезли. Завидуйте. Ну, завидуйте, да, хотя бы. Но это вкусно очень, честно, очень. Я не буду хвалиться, но правда. Чистая правда. Там вот сейчас варится судак. Да. И там, я вижу просто, там варится еще луковица. Да. Ну, такая, для аромата. Да, для аромата, да. А, ее ведь надо, наверное, будет потом выловить, да? Я думаю, что уже можно ее выловить. Угу. Ты ее выловишь, да, Андрюш? Вот. И кажется, все. Да. Ой. Чистейший белый судак. Да. И я тебе скажу, что он, в принципе, готов. Да, значит, надо выключать. Выключать? Да, выключай. Вот интересно, осетрину разварную, да, варили часа два.
Да. Но там плотная история такая, да? Ну да, там мясо другое совершенно. А судачок, он нежный. Я вчера посмотрел какую-то передачу о замечательной кухне, тоже рыбной. Попал совершенно случайно. То, что происходит у нас в дельте Волги. Ага. И там был, не совру, вот такой вот сазан. Андрюша, вот такой. И там человек задал, он говорит, скажите, а что можно из него сделать? Она говорит, а я, там, поваром была женщина. Она говорит, я делаю из него люля. Я тебе скажу, что еще 10 лет назад вот такого размера сазан для нас, подводных охотников, был обычным делом. То есть 8-10 килограмм это был нормальный обычный сазанчик. Ага. Мельче не стреляли. Сейчас такого встретить уже называется. Это очень сложно. Это подарок. Очень сложно просто. Потому что мы когда были там, я мимо как, чего-то мы проплывали, вернее, проходили на этой самой на катере, и был он как поросенок был. Килограмм на 15, наверное, и он развернутый был вот такой вот. Я говорю, что это такое? Он говорит, а это сазан. Андрюш, я не вру, вот такой вот. И вот практически со стол. И вот так его развернули еще. Белое мясо, красивое, с желтыми прожилочками жира. Да. Так, нам нужна сковородка. Так, давай возьмем с тобой какую-нибудь... Вот это хорошая, отличная сковородочка. Да. На каком масле обжаривать станем? Ты знаешь, можно, вообще рекомендую так. Ложку топленого и оливкового. Потом две ложки. Топленое есть, да? Есть. О, как класс. Рекомендации. Между прочим, топленое масло долго отсутствовало. Продажи. Сейчас появилось опять. Я не видел. Угу. И это очень здорово, надо сказать, потому что оно правда вкусно. Я помню, его очень люблю. Я просто помню, что мама и бабушки делали на топленом масле. Да. Все делали. А потому что по необъяснимым совершенно обстоятельствам, когда я был маленький, топленое масло было дешевле сливочного. Ладно. Да. А сейчас дороже. А приятно осознавать все-таки, что в стране что-то строят. Значит, что-то происходит, какая-то жизнь идет. Да. То есть не просто так? Нет. Не просто жизнь протекает? Нет, не врут нам по телевизору. Не врут, да. Наконец-то. Вот вам зеленая часть. Этого. Порея. Осторожно. Да. Угу. Божественный запах да. распространился по помещению. Да. И это красиво, с колористической точки зрения. А я, знаете ли, очень люблю судачка Анна Тюрель с польским соусом. Это ты небольшого судачка, вот вроде такого, готовишь на пару. Просто целиком. А польский соус... Да. Это растопленное масло, укроп, немножко чеснока и толченое вареное яйцо. Вот это все перемешивается. Угу. Масло сливочное, естественно, или топленое? Да, сливочное, да. И картофельное пюре. Боже мой. Ну, вот как без этого? И без этого ведь не проживешь. Нет. То есть проживешь, но значительно хуже. Беднее. Да. Но значительно хуже. На какие размеры порционные кусочки? Ты знаешь, я думаю, вот такие вот. Пополам вот так. Да. Думаю, что так оно. Да. Чтобы в ложечку помещалось. Абсолютно. Это по-французски. А вот сейчас были жаркие дни. Да. И так мне хотелось
сделать большую русскую ботвинью, но не сделал. А знаешь ли ты, что русская ботвинья состоит из трех стоящих рядом блюд? Так, вот это я просто слышал. В одном блюде это холодный свекольник, сваренный с ботвы. Да, 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 да. В другом блюде разварная осетринка маленькими кусочками. Mm. И в третьем блюде лед, поколотый до состояния сахарного песка. То есть, и да. Вот тут ты наливаешь себе рюмочку, а сидеть надо в саду. Вот здесь, пожалуйста. Да, пожалуйста. Часа три летают пчелы. Угу. И ты так проснулся, а тебе подали. Да. И ты наливаешь запотевшую рюмочку толстобрюха. Которая стылая, которая такая. Зубки ломит. Да. Да, да, вот, в хорошо. Ложечку берешь немножко льда, кусочек осетринки, ботвинья и не ешь. Держишь в левой руке. Правой рукой ты берешь рюмочку. Чтобы слюна скопилась. Да. Ты ж, господи, хорошо-то как. Да. Выпиваешь ее и закусываешь вот этим делом. Лед приятно похрустывает на зубах. Это сказочное блюдо. Делается, между прочим, оно несложно совсем. Андрей Владимирович, какой вы все-таки вот гурман. Так не сделал. Ну так ты, главное, что это ты вспомнил об этом. Да, вот так же. Значит, если ты вспомнил, значит, ты сделаешь, потому что лето еще не началось. Я надеюсь, да. Я сделал холодный свекольник по рецепту Павла Лунгина. Угу. Это безумно вкусная штука. Заливается это постным кефиром пополам с сильно газированной водой. Сильно охлажденный. Сильно охлажденный. Это сказочная вещь, сказочная. Но это у меня дома еще стоит пол ведра на два дня. Вот. А потом надо будет делать ботвинью. Надо будет делать. Ну да. Ну да. Вот все ботвинь, и порезано. Да. Рыбка у нас готова к заправке. Замечательно. Теперь, да. Что у нас с овощами? Тут вопрос тоже, до какой стадии обжаривать. В Одессе лук зажаривают до темно-коричневого цвета. Нет. А я люблю его чуть-чуть. Нет, чуть-чуть, он золотистый. Да, чтобы запах. Да. Вот пошел обжарить, да, да, и все. Да. Именно и золотистый. Еще минуты три, я думаю, вот хватит. Да, да, чтобы оно размягчилось. Ну что, вот мне кажется, что, в общем, можно укладывать. Давай, да, все, оно, да, есть тот самый размягчил. Вот так. Красота. Да, действительно, не так много оказалось. Опять поставим на огонь, да? Да, да. Вот смотри, в принципе, сейчас вот она чуть-чуть, да? Да, прихватится. Да, прихватится. Укладываем рыбу, и потом вот этот, да, сакральный вот, да, момент. Да, 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 да. Да, а еще знаешь что? Ну вот не было этого самого. Вообще, Сережка рассказывал, что рыбный пузырь кладется в этот, в бульон, ну, в смысле, бульон. Когда, да, да, в бульон, потому что в нем какое-то невероятное количество полезных качеств. Вот помнишь, когда мы всегда вырывали пузырь и жарили его? Да, до сих пор жарили. Да, и да. Ну, то есть, да, помню. Но я думаю, что это что-то из области индейских легенд. Нет, нет, не индейских, нет. Потому что, в общем, пузырь, ну что, это обычная кишечная ткань такая. Да, ну это вот как-то по-домашнему, когда именно дома готовят, вот они всегда использовали вот такую... Причем пузырь надо класть не проколотый. Да, и ждать, он... когда он рванет. Да, там, чтобы, да? Он, да, чтобы он плавал. Ну, может быть, это относится к пузырю морского черта. Может быть, да. За пузырем судака и такого... не наблюдал. А морской черт – удивительное дело. Это жутко некрасивая рыба с, да, вот такой башкой. Да, страшная. Но самое поразительное, что когда я ее в Норвегии подстрелил... Было, да? Да, и мы стали варить уху.
Рыба оказалась хрящевая, как осетр. Вот да. Почему из нее навар. Да, навар. Там нет костей. Да. Она вся из хрящика. Да, в том-то все и дело. И голова хрящевая, да. Вот это. Просто вот это... Мы купили голову и часть какую-то из Хвостик этого. Хвостик там маленький. Да, из, да. Это и вся рыба, ну, есть. Ну да, вся рыба, да. Ну, внутри вот, в смысле, вот эта страшенная какая-то морда. Башка, да. Сколько всего удивительного, что мы еще не знаем. Как тянулись минуты ожидания? Как? Томительно. Да, томительно. А вы ставили на морозилку что-нибудь? Разумеется. Я только ведь хотел предложить. Вот видите, как, Андрей Владимирович, извините, как все-таки мы читаем мысли друг друга в том плане. Видите, я руки потираю. Я вам больше скажу. Что? Недавно гостивший у меня Золотовицкий оставил Игорек потрясающую ташкентскую закуску. Да ладно. Чувствую, что тут внутри появилась какая-то хорошая дрожь. Какая-то хорошая ташкентская дрожь. Когда мы с вами делали это последний раз, сэр? В 2001 году. Обосраться. Ровно 20 лет назад. А мы как новые. И свежие. Ваше здоровье. Благодарствуйте, что вы пригласили меня. И спасибо, что также, пришли. Да, ваше здоровье, Андрюш. И прямо вот так вот. Раз. Давай теперь вспомним Гаврилыча. Да. Ой, дорогие друзья, это наш замечательный друг, который всех обманул и ушел раньше. Да, не весело получилось. Могли бы сейчас упивать втроем. Да. И прошло уже 13 лет, представляешь? Невероятно. Невероятно, да. Я сам каждый год, он настолько быстро пролетает, что ты только... Там, ну, помнишь, в конце концов, всегда его и посещаем, и могилу, и... Но вспоминать надо весело. Весело, и да. И даже чокаешь. Да, да, да. Пусть он знает, что слышит этот звон. Да? Что мы, да. Что мы еще здесь. Да, Шура, мы тебя помним. Можно... засыпать ага. эту штучку и потом положить на рыбку. 3 минутки положить рыбку. Прекрасно. Да. Надо размешивать. Он, видишь, он да. собирается в такие вот... Да. Ага. В плямбы в такие. И рыбу, да? Да. А может быть, тебе точку. Священодейство. Нормально? Аж прихватило. Да? Перчик, да. Прекрасно. Вот тот человек, который привозил мне вот эту заправку. Угу. Этой чорбы. Он держит на Садовом кольце ресторан «Субботица» сербский. Знаю. Ты знаешь, да? Знаю, конечно. Да. Вот он как раз и привозил мне. И там безумно вкусно. Там огромное количество ребят, которые просто сербы. Они угу. все там работают. Мы там были раза 2, наверное, или 3. И они нас все время заманивают, потому что они говорят, без вас, ребята, ничего не происходит. И ты понимаешь. Ну да. И у них там второй этаж еще есть, который очень важен. Я там один раз был, но давно. Я как-то не, да. не очень запомнил даже. Да. Но, во всяком случае, вот этот момент, он очень... Так. Значит, ушное едят. Это с таких тарелок. Да. Будешь дегустировать? Нет.
А есть? Нет. Кто ладно. Будет дегустировать? Да мы же и будем. А мы же и будем. Хорошо. Ну все, выключаем, я думаю. Да, да. Берем большой половник. Да, я вспомнил, когда я работал в театре Маяковского, сейчас почему-то там был такой спектакль. «Да здравствует королева Виват». Вот. И это еще до меня. Там работал такой замечательный артист Горобец Юрий Васильевич. Так. Вот. И однажды, значит, какого-то артиста ввели, значит, в этот спектакль новый. В смысле, нового. И он забыл... А Горобец играл, значит... предводителя шотландских лордов. И, значит, этот артист забыл, как его зовут по сцене. И он так подошел, значит, к краю этого самого кулисы и спросил, там Помреж стоял, он говорит, как зовут Горобца? Она говорит, ча-ча-ча. Подошла и сказала, Юрий Васильевич. И на сцене был такой раскол, что просто, ну, ты понимаешь, Юрий Васильевич. Лорд Бекингем. Всех победим. Всегда. И всегда. Я очень рад тебя видеть. И слава Богу, что у тебя вот этот удивительный твой процесс продолжается. И то, что ты делаешь, Андрюш, какой ты молодец. Ой, оба заплакали. Оба заплакали. Да, всегда. Всегда ваш Мартиросян. Да, под такой супчик можно выпить много. Да? Вполне. 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 То есть это просто, это не суп, это жидкая закуска. Это как тоже Шура Александр Гаврилович тот же, когда он говорит, был в Одессе и в ресторане сижу, и говорит, какая-то официантка подходит и говорит, жидкое заказывать будете? Он говорит, я на нее посмотрел таким глазом, она говорит, смотри на меня, что вы смотрите, жидкое заказывать будете? Он говорит, а что это? Ну, говорит, ну как, ну суп, борщ. Он говорит, а первое? Какое первое? Жидкое, сказал Шура. Он говорит, и я был. Угу. И вот она, рыбка, как раз впитывает. Маленький презент ностальгического толка. Всегда. Пусть он тебе напоминает события 20-летней давности. Ай, какой класс. Будешь в нем суп рыбный. Ой, какой класс. Мой дорогой. Спасибо, низкий поклон. Андрюш, вот это... Я еще, это 20 лет назад было, как я помню, когда я одевал этот фартук, и я потом, когда все ушли, и у меня было желание, думаю, скатать его и в карман положить. Чувство не смог. Порядочности не Чувство было. Порядочности не позволило. Мы прощаемся с вами, господа. Приходите к нам еще. Да. Пока. Здесь замечательно. И будет еще лучше. Пока. Снято.